Привет, меня зовут Ксюша. Расскажу вам про набор логопедических карточек «Вундеркинд с пеленок» и «Логопедка С». Купи ребенку ТВ. Набор «Логопедка С» содержит 30 двусторонних карточек с картинками, скороговорками, чистоговорками и стихами на оборотной стороне каждой карточки. Пример – карточка полотенца. На карточке нарисовано полотенце, она окрашена в оранжевый цвет. Также есть надпись на русском языке «полотенце». На обороте имеется текст. В колодце водиться, в мельнице мыльца, на оконце полотенце. Карточки помогут детям в игровой форме овладеть правильным произношением звука «С». Обогатят словарный запас, разовьют выразительность речи. Описанные в инструкции речевые игры с карточками познакомят ребенка с понятиями род, число, слог, ударение, окончание, а заодно научат его рассуждать, сравнивать, анализировать и мыслить логически. В комплекте имеется инструкция с 14 играми. Карточки небольшого размера, их всегда можно брать с собой в дорогу. И таким образом вы найдете ребенку занятия в долгом пути. Пока, друзья, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.